Если перефразировать слова известного киногероя, то лед встал, товарищи присяжные заседатели. За мной в ожидании массовых катаний застыл каток. Сейчас он пустой, но уже через несколько часов он наполнится людьми. К концу недели погода наконец-то стала по-настоящему зимней, что позволило открыть катки для массовых катаний на трех стадионах нашего города. Накануне вечером на стадионе «Старт» уже полным ходом шли тренировки детских и юношеских команд хоккейного «Черемшана». Заливка льда нормально для тренировок пойдет. Сколько уже тренируетесь? Где-то неделю, полторы. Откатываете? Да. Ну, как вообще качество целое? Хорошее. В преддверии пятничного катания лед на катках подготавливали еще два городских стадиона. На строителе работало сразу несколько единиц техники. И несмотря на обильные осадки, работникам стадиона удалось подготовить лед к массовым катаниям. Каток на торпедо откроется в субботу. К этому моменту будут завершены все необходимые подготовительные работы. Павел Мозговой, Виталий Немов. Наше время.